Для того, чтобы обеспечить не менее чем 500 тысяч контактов с представителями целевой аудитории и активное обсуждение в соцсетях, за неделю до запуска новой группы каналов «Сина Плюс» на улице крупнейших городов Украины, Киева и Львова вышли киногерои. Появление героев различных жанров кино вызвало неподдельный интерес у публики, удивление, смех, стихийные флешмобы и фотосессии, а главное – шквал постов и обсуждения в соцсетях. В результате состоялось более 600 тысяч контактов с представителями целевой аудитории, что на 20% больше, чем планировалось. Более 7 тысяч человек сфотографировались с киногероями, более 2 тысяч постов в соцсетях.